Следующий вопрос. Аббабу мафиги. Если человек убил ящерицу на охоте, что он должен возместить взамен нее? Фиахуаль. В этом вопросе несколько мнений. Аль-Оуаль. Первое мнение. Фи джадьюн. То есть взамен этого он должен принести что? Должен принести джади. Джади – это тоже козленок, но больше по возрасту, чем джафра. Джафра – это четырехмесячный. Больше него по возрасту называется уже у арабов как джади. Вадаль кол сахан умар. И это мнение пришло достоверно от Умара ибн Хаттаба. И это мнение имама Шафии, Ахмада в одном из ревиатов от него, Дауда аз-Захри, а также Абу Юсуфа. Асани – второе мнение в этом вопросе. Фи шатун. Что взамен ящерицы человек должен принести жертву барана, то есть уже полноценного, не просто джади. Старше четырехмесячного, но полноценного барана, то есть годовалый и выше. Уа каулю Ата, и это мнение Ата ибн Аби Рабаха, Ахмада в одном из ревиатов от него. Уа закару ибн Кудама ан Джабир, и это мнение ибн Кудама привел от кого? От сподвижника, Джабир ибн Абдилля. Уа ля маджид ляху санадан, но я не нашел ему иснада. Уа каля муджаид, и сказал муджаид, хафна мин таам. Муджаид сказал, взамен ящерице нужно раздать хафна, то есть горсть еды. Уа каля катада са, а катада сказал са еды. Что такое са? Это четыре соединенные вместе ладони еды. Вакаля Малик, и сказал имам Малик, кыматуху мин ат-таам. То есть, когда человек объединит две ладони, это мут. Вот такие четыре мудда являются са. И другое мнение у имама Малика в этом вопросе, кыматуху мин ат-таам. Должен посмотреть, сколько стоит эта ящерица, и, соответственно, выплатить деньгами, точнее, взять деньги, купить на эти деньги еду и накормить этой едой бедняков. Культа калюль ауваль ху саваб лянна умар кавабе. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, в этом вопросе правильным является мнение первое. То есть, то, что взамен ящерицы человек должен принести в жертву джади. Джади, козленок или барашек выше 4 месяцев. И это мнение правильное. Почему? Потому что Умар ибн Хаттаб рассудил именно таким образом. Далее, следующий вопрос. И купить на эти деньги еду и накормить этой едой бедняков. Культа калюль ауваль ху саваб лянна умар кавабе. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, в этом вопросе правильным является мнение первое. То есть то, что взамен ящерица человек должен принести в жертву джади. Джади, козленок или барашек выше 4 месяцев. И это мнение правильное. Почему? Потому что Умар ибн Хаттаб рассудил именно таким образом. Далее, следующий вопрос. Потому что Умар ибн Хаттаб рассудил именно таким образом. Далее, следующий вопрос.